Всем привет! Я сегодня вам расскажу о таком храме решающая битва Дёдзи. Да, сразу название. Я открыла и... пакеты. И инструкция. Вот. Вот такая инструкция. Одна, да, наклейки и два пакета. Тут вот такие вот есть. Угу. Так. И сзади вот так коробка выглядит. Ага. Ну чем этот набор для нас интересен? Для тебя чем он интересен? У меня не было мастеров. Да. У меня был только мастер Ву. Так. А в этом наборе сразу двое, да, Тим? Да. Покажи-ка. Карла и давай мастер покажем Кости. Ребятам. Вот Карлов. Покажи, Тимошка, где Карлов. Дальше идет Слеван. И вот еще один мастер Гриффин Тернер. Тимка его называет мастер скорости. И Кай. Этот набор, в принципе, оказался совсем небольшим. Ну, теперь его уже тоже редко найти где. Ну мне... да. Теперь только его в Москве. Уже. Да, нам привезли его из Москвы. Потому что уже здесь нигде его не продают. Да. Так что вот. Ну что, начнем собирать? Да. Я сейчас покажу всякие фигуры. Первое это Слеван, у него классное оружие. Угу. Такое вот. Угу. А можешь ты их ставить вот сюда вот прямо, чтобы нам было лучше их рассмотреть? На заборчик? Да, давай на заборчик. У него маска змеи. Угу. Так, Слеван. Так, хорошо. Дальше у нас со Слеваном идет... мы уже знакомы, да? Так, а вот этот герой нам еще не знаком. Собственно, ради него мы и покупали, да, этот набор? Как его зовут? Это Карлов. Карлов, да. Посмотрите, ребят, на него какие кулаки. Интересно, что они означают? Мастер железа. Мастер железа? Карла, это мастер железа. Ну давай посмотрим, что он из себя представляет. Какое у него такое лицо серьезное? У него такое из ниндзяго. Это у него такая деталька. Ну, это складка мечей в общем. А можешь его повернуть, чтобы мы на него сзади посмотрели? Ага, складка мечей вижу, да. Слушай, Тимка. А вот этот флаг, который вот тут вот размещен. Это Карла. Это его, да, флаг? А это мастер скорости. А-а-а. Так на одном флаге и то, и другое размещено? Да, а тут только голова дракона. Ну вот, ребят, смотрите. Дракон льва. Вот он. Ну он такой серьезный дядя. Вот этот его знак. Это его флаг. Ясно. И вот мастер скорости. Мастер скорости. У него две головы. Так. У Карлова одна голова? Да. У него такое лицо и вот такое. Ну-ка, давай посмотрим. Неудачное. Ну, давай поставь его тоже, мы посмотрим, как он выглядит сзади. Ой. Да. Злобленное какое-то лицо. Ясно. У него очков нет. Давайте, ребят, я пока поверну флаг. И вы посмотрите, как этот флаг выглядит у мастера скорости. Как леговцы придумали на одном флаге и то, и другое совместить. Ну, сейчас Кай. Угу. Ну, с Каем мы знакомы, он наш друг. У него, кстати, классное оружие. Да? Это первое, это второе. Давайте посмотрим. Хотя это оружие стоит вот тут. Ага. Какой-то... меч, кладенец. А еще у Кая вот такое оружие. Угу. Интересное хотя. Угу. Я понял, что в ниндзяго очень вот эти оружия очень важны. То, что оно золотое, это имеет какое-то значение? Или не имеет никакого значения? Имеет. Имеет, да? А сейчас мы переходим к храму. У этого храма сзади есть такая деталька. Я ее дергаю, и тут... падает пол. Бу-бух. Понятно. Такая ловушка. Ловушка. Вижу.
Тут можна поставити чоловічка, і він так бубухнеться. Угу. Бубу. Ясно. А тут вот уже огонь. Тут огонь горит. Да, вижу. Вижу, тут огонь, да, горит какой-то. Угу. Факел или что это такое? А вот тут вот, можно забраться вот сюда. Вот. По ступенькам. Угу. Отлично. Ну слушай, у меня создается такое впечатление, что это какое-то место для какого-то соревнования, какой-то турнир или еще что-то. Это турнир стихий. Так это вот это и есть вот этот самый... Мы поплыли на турнир стихий. Ага. А тут вот есть такая вот турнирная деталька, и тут 4 мяча. Угу. Тут ниндзя борются и мастеры. Угу. Тренируются, что ли, да, получается? Да. Угу. Ну, мне это сразу кунг-фу панда напомнило. У них там была такая штука, в которой они соревновались, да? Да, тут... Ясно. А тут вот уже цепь. Угу. Я не знаю, для чего она. Ну, какой-то она смысл имеет. А, ребят, посмотрите, как красиво там сделано. Прямо там, смотрите, внутри. Какой-то рисунок. Он очень классный. Но вы его только подернет уже кажете. И тут есть пули такие. О, ничего себе. То есть они стреляют, получается, да? Ну-ка, дай-ка еще пули не... Ну-ка. Пули не заряжи. Ага. Пиу, пиу. Класс. Такие пули. Угу. Их больше нет в Лего. Угу. Слушай, ну тут как бы вот эти ступеньки-то тоже, смотри, они с клыками, с острыми. Если вдруг оступиться, можно сразу сгромыхать. Если вот так упасть, ага, то на клык можно попасть. Угу. Слушай, а вот эти вот флаги такие какие-то или транспаранты, смотри, какие красивые тут вот нарисованы. Это ведь тоже что-то значит. Ну вот это, видимо, место, где происходит соревнование, да? Давайте вот еще раз осмотрим этот храм, визуально, как он выглядит. Вот такой вот, как все это у ниндзяго в таком японском стиле. Красиво. Да? Ага. Набор, на самом деле, не очень большой. Но вот зато с двумя мастерами. И, видимо, тут произойдет сражение Кая с ними. И посмотрим, кто в этом сражении победит. Так. Ну давай, что тогда еще коробку да инструкцию взглянем. А, показывал уже? Ну, можно я все-таки еще раз загляну сзади, потому что я-то совершенно не помню, что там было с обратной стороны. Так. Не, я такого не видел, Тимка. А, вот этот самый Карлов. Кай. Угу. И сначала строятся вот эти инструкции. Тут они соревнуются на турнире пули, которые стреляют. Здесь у нас, не знаю, что это. Что это такое? А, это ловушка. Угу. Это вот зеленый такой брелок. Ау. А, вот, тут посмотрите. Тут вот делается такая вот деталька. Да. Вот это. Угу. И вот. Тут уже строится этот храм. Угу. Тут мне показалось, там один пакет, один храм. Uh-huh. И показалось, что тут два пакета, вот второй пакет. Uh-huh. Тут с Левом и Мастер Кости, а там был Карла и Кай. Uh-huh. И тут уже вот так вот делаем. И вот тут вот показывают, что цепь можно поставить сюда, то есть И тут показывают, что можно так делать. Вот тут строят детали. Тут две такие наклейки делают. И такое вот делают. Тут потом флажки ставят. И оружие. А еще вот такие вот детальки. А еще тут такие три клыка. Пистолет и вот такие. А потом уже вот, все готовое. И из первого набора, из первого
паркеты, берут вот эту детальку и ее ставят вот сюда. Ясно. Ну ладно. А на последней страничке что там у нас есть? Тут что-нибудь? Вот так, детали, детали. И вот тут вот Карла падает, и вот пуля стреляет. И тут все старые наборы, только этого нет. И все, Ллойд. Ну давай я еще ребятам покажу все-таки вот этих друзей наших еще раз. Кай. Вот то, что Тимка называется мастер скорости, а тут называется Гриффин Торнер. Вот. И дальше Слевон и Карла. Кай это какой-то особенный здесь или самый обыкновенный? Старый. Старый Кай, да? Такой, который у нас уже был многократно, да? Угу. То есть в нем ничего такого нету. Вот его знак Кая. Да. Кай. И вот его флаг вот здесь вот сделан. Такой огненный, только я его... Мне кажется, ты его вверх головой приклеил. Да уж. Да. Ну что, вот, значит, вот добро пожаловать в вот такой вот набор. 70-756, да? Ага. Вот. Ну и что? Очень красивый набор, небольшой. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Пока, ребят. Пока.